Ми повертаємось до нас у студію. Всім знову бажаємо доброго ранку. І у нас з'являються ранкові гості. Тож зустрічайте. Юрій Васильєв, головний суддя змагань Кубку України з велотуризму. Ось Ільоша до нас приєднався. Майстер спорту СРСР з велотуризму. Олександр Голубєв, срібний призер чемпіонату України і Кубку України з велотуризму. І Андрій Нечипоренко, срібний призер чемпіонату України і бронзовий призер Кубку України з велотуризму. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, нещодавно закінчився Кубок України з велотуризму. Так, розкажіть, будь ласка. Ви нас щойно були от у гостях. Да. Місяць з великом, я катався на велику. З чим ви до нас прийшли? З медалями ми бачимо. Дипломи, медалі. Кубка України і чемпіонату України. Це доволі серйозно для Харкова событие. Хотілося б напомнити, що 5 лет тому назад был чемпионат Украины по велотуризму в Харькове, и вот через 5 лет Кубок Украины. Это один из более престижных видов соревнований. И участвовало 6 команд, к большому сожалению, маловато, потому что когда на юге был Кубок Украины, он собрал больше, 10 команд. Наверное, это сказалось на то, что сейчас при подготовке к Евро-2012 у некоторых команд не хватило денег. И те же самые команды, которые мы хотели, чтобы они приехали из Ивано-Франковска и Львова, по крайней мере, Львов обещал, но, к большому сожалению, буквально в последнюю минуту он отказался, не приехал. Но нас выручили некоторые другие команды, которые находятся ближе к нам, и Полтава, и Луганск. Вот. Ну и все остальное, как проходили соревнования, я надеюсь, расскажут наши участники. Подготовка была заранее и длилась довольно-таки долго. Начали мы еще с осени готовиться, подключили вроде бы как... Того года. Да, того года. Подключили некоторые организации и городские, но, к большому сожалению, они почему-то в последний момент нам отказали. И благодаря тому, что подключились... Федерация спортивного туризма Украины, я добавлю. Федерация спортивного туризма Украины, потом у нас, опять же, НТУ ХПИ клуб во главе с Василием Юрием Константиновичем, то есть, и плюс еще впервые подключился, значит, веломагазин «Драх», значит, выдел кубки, там медали. В общем, короче говоря, суть в том, что все плечи организации были... Значит, ну, на наших плечах. Это очень трудоемкая работа, и если вкратце сказать, вообще подготовка это техническая, значит, тактическая и так далее. В общем, тут нужно расписывать очень много. Времени эфирного мало, и поэтому дальше можно перейти. Вот, Саша, начнем о том, что как формирование команды. Вот ты выступал за какую команду? Ну, я выступал за команду харьковскую, традиционно за политехник, я в нем учился, заняли мы второе место. Конечно, хотелось бы первое, но надо лучше тренироваться, больше тренироваться. Тренировки, конечно, начались на самом деле не с сентября, они постоянные. А вот подготовка к соревнованиям действительно началась в сентябре прошлого года. После приезда, опять-таки, под руководством Юрия Константиновича был поход по Кавказу. После Кавказа была уже подготовка к самому кубку. Кстати, добавим, вы затронули эту тему. В начале ведь соревнований, я, кстати, еще упустил, значит, Федерация спортивного туризма Украины наградила нашу команду, которую возглавлял Юрий Константинович, за чемпионат Украины, значит, того года. Значит, мы стали серебряными призерами чемпионата Украины с велопохода высшей категории сложности, это по Кавказу. Вот, и команда была награждена, значит, серебряными медалями и дипломами. Ну а вот что сказать, что касается меня, то я выступал за команду ОБСТУ. Конечно, я не ожидал, ну вот, так сказать, я как бы уже с 2009 года участвую в личном зачете, а в этом году я в команде первенстве уже выступал. Командное лично выступал на этих соревнованиях. То есть определенный опыт уже участия в этих соревнованиях есть у меня. Ну, так сказать, что я могу сказать? Заняли, значит, в Еврорале, значит, общее место командное и комплексная дистанция, значит, команда заняла... Третье место, да. Довольно неплохо. То есть, ну, я, в общем-то, своим выступлением доволен. Единственное, могу сказать, что
даже, ну, может сказать, ну, отметить, что все-таки в этих соревнованиях самым старшим участником это был я. Вот. Ну, вот так получилось. Я даже сам не ожидал. И мне, в общем-то, понравилось в плане того, что первый день довольно удачным был для меня. Я даже не ожидал, в общем-то, и не надеялся, потому что очень команда была сильная с Полтавы. Ребята очень сильно выступали. Первая команда наша, харьковская. То есть, я немножко, Андрей, да, перебью. Хотелось в наших гостях действительно сказать. Полтавская команда была довольно сильная. И буквально случай им, ну, навредил, если так можно сказать. Они шли с большим отрывом от нашей первой команды ХПИ-1, которые в дальнейшем заняли первое место, но и не знаю, благодаря или не благодаря, это, наверное, плохо так говорить, из-за того, что один из участников Полтавы просто ошибся. У него заклинил груз между колесами. Вот, и он долго боролся с этим грузом, вместо того, чтобы сразу вскочить, поправить и поехать. И он потерял довольно много времени, и именно это дало повод занять им второе место. К большому сожалению, я болел за полтавскую команду, несмотря на то, что точно так же болел и за ХПИ-1, и за ХПИ-2. В результате ХПИ-1 заняли первое место на комплексной, первое на ралли и первое общее. Вот ХПИ-2 заняли второе место на ралли, четвертое на комплексной и общее второе место. Северодонецк была молодая команда, она состояла в общем... Северодонецку. Да. Вот. Они заняли пятое место на комплексе, пятое на ралли и пятое общее. Наверное, было все-таки интересно, всем ребятам понравилось, и дистанция была очень... Сложно, Юрий Константинович постарался. В общем, я вам скажу, что в Беворале это 42 километра где-то вот так получалось. Значит, перепады высот, значит, подъемы, спуски, значит, переходимость, значит, ну, грязь, значит, все то, что попадается, камни, песок, в походе. Бревна, все что угодно. Сырая листочка. Да. Да. Максимально приблизно. И комары, кстати, докучающиеся. Главная перешкода, это были комахи. Ну, да, кстати, да. Вот, кстати, переправа. На переправе народ, когда переправлял, вот они там постарались, обремну, конечно. Да. Обремну, переправа, веревки, велосипеды. Все это было... Мы когда были вот с Сашей на Тяньшане, у нас была переправа в натуральных условиях. Мы через горную речку переправляли. Естественно, что те же самые велотуристы должны владеть переправой. К большому сожалению, не все уделяют внимание именно подготовке с веревками. Но так как в ХПИ этому уделяют внимание, и в основном все ребята, участники уже готовы работать с веревками, и неплохо сработали все наши команды тоже с веревками именно на это бревне. Могу сказать, что единственные команды, которые вложились в контрольное время, это были команды ХПИ, потому что все остальные так или иначе делали много ошибок, и им не удалось вложить контрольное время на переправе. Если в комплексную взять еще дистанцию, ну, уйти как бы в сторону, в комплексную, значит, в первый же день, вот я говорил, как бы, там идет дистанция, как бы, велокросс и триал. Юрий Константинович совместил, очень довольно сложная дистанция, только два спортсмена смогли подняться на подъем. Там первый старт идет, переход через бревно, подъем, значит, сложный подъем, и дальше уже идет, значит, ну, дистанция. Дистанция прямая, спуск, повороты, подъемы, значит, триальная дистанция, там всевозможные препятствия. Вот. Очень, конечно, интересно было подготовлено, сложно. Я вам скажу, если сравнить с Кубком Украины в Крыму, конечно, отличается, намного отличается. И перейдя теперь на велоралли, я вам скажу, что там были еще у нас же проверка знаний медицины, проверка знаний правил дорожного движения, плюс умение вязать узлы. Ну, много вот есть пунктов были КП, где спортсмен показывал свои умения, знания, то, что он, как он владеет. То есть это почему называется Кубок Украины, ну, особенно раньше назывался, да, по технике велосипедного туризма. Сейчас он называется как? Кубок Украины по спортивному туризму в скобках велосипедный, потому что это один вид спорта и нельзя разделять. Угу. И та же самая техника, она в основном делается или готовится участниками для походов. Вот. Угу. Естественно, что подготовка номер один – это походы, а все остальное делается вроде бы как для походов. Но сейчас идет четкое такое раздвоение.
я не знаю, хорошо это или плохо. Люди некоторые пытаются только заниматься спортивными походами одни, а другие хотят заниматься только соревнованиями. Наверное, это немножко неправильно, потому что они себя лишают и той возможности побывать в условиях соревнования, если это походники, а те же самые участники, которые соревнуются, они себя лишают возможности побывать на природе, все увидеть своими глазами, пощупать водопады, пощупать прелести гор и все остальное. Ну, я надеюсь, что в будущем участники будут понимать, что это объединенный вид дисциплины велотуризм, и надо участвовать и там, и там. Кстати, команда, куда у нас вот повезет, победители готовятся, у нас же будет чемпионат Украины, Юрий Константинович. Да, будет чемпионат Украины 1-5 числа в Ивано-Франковске, а сейчас некоторые участники, которые были на Кубке Украины, выезжают 13-18 июля в Винницкую область, там будет чемпионат Украины среди школьников. Я туда тоже еду судьей-инспектором. Вот, угу. Так что увижу на некоторых участников, которые... А скажите, здесь... на змаганнях, яка найскладніша перешкода була? От що найважче було зробити? Там, через річку переправити велосипед, чи там, я не знаю, якось згори спуститися? На Кубки України, да? Ну, на Кубки України, ну як, понимаете, у каждого все зависит от подготовки, от его возможностей. В принципе, взять, если веворалли, это считается, как я понимаю, одной из сложных вообще дистанций. Потому что она требует очень много времени, очень много сил и опыта, которые спортсмен показывает на веворалли. Почему за это что-то дают, я так понимаю, люди выполняют мастера спорта, кандидаты мастера спорта. И не только на этой дистанции. Да. На любой дистанции, если человек выполняет какое-то звание или какой-то разряд, ему присвоят. Другое дело, что разряд КМС и звание мастера спорта присваиваются не менее чем на двух дистанциях. Естественно, что они должны быть на высоком месте не только в ралли, но должны выступить и на комплексной хорошо. А так как на комплексной дистанции только первым буквально одному или двум людям, участникам дается именно такие звания, то это маловато. А если они участвуют в походах выше категории сложности, то вся команда, которая получила, допустим, первое место на чемпионате Украины, они могут быть, им может быть присвоен тот же самый мастер спорта, звание мастера спорта, либо кандидата. Кстати, я совсем забыл, мы выступали, ведь дело в том, что не просто на велосипедах ехали, у каждого спортсмена по уровню соревнований положен был груз 12 килограмм, поэтому вешали, этих соревнованиях, да, 12. Да, на этих соревнованиях, вешали, значит, кто что, кто сумки вешали с песком, там, с камнями, кто, значит, брал, допустим, какие-то вот грузы специально литые, прикреплял к багажнику, то есть всевозможные приспособления, это все по возможности и по опыту. Но я вот хотел бы, чтобы Саша, вот он неоднократный участник вот этих Кубков Украины, вот чтобы он свое впечатление рассказал бы, сравнение. Мне понравилось ваше сравнение с Крымом и вот то, что вот по дистанции. Расскажите, пожалуйста. Да, я был на соревнованиях подобного уровня и в Крыму, и под Киевом был на соревнованиях. Конечно, как бы очень понравилась дистанция. Я не ожидал, что в Харькове можно так хорошо подготовить чем дистанцию. Это сравнить можно? Сравнить, ну, конечно, как бы везде есть свои нюансы. Но вот из всего, вы спросили, что тяжелее всего. Вот мне, например, легче всего дался третий день. Это было фигурное вождение велосипеда. Вот мне он был легче всего дался. Может быть, это сказывается подходная подготовка, может быть, как бы старый опыт соревнований. Но для меня, как бы, вот фигурное вождение велосипеда прошло, в общем-то, легче всего. Ну, а які існують взагалі проблеми при підготовці? Можливо, чогось не вистачає у нас обладнання? Фінал, крім, мабуть, кошти. Кстати, ну, единственное, что сейчас, как и в стране, это действительно финансовая и помощь. То есть нам власти, в общем-то, городские не смогли помочь. Ведь понимаете, как это? Федерация, НТУ, ХПИ, возможности, то есть вот это все, магазиномания, все то, что вот как бы тягость, я вам скажу, Юрий Константинович, на себе, на своем... Давайте с самого начала. Да. Подготовка начинается с того, что человек должен ехать на велосипеде. Ехать на велосипеде на ту же самую тренировку. А у нас сейчас практически невозможно в Харькове проехать и в Харькове, и в Харьковской области нормально на велосипеде. Потому что взаимное, наверное, неуважение, я не знаю, как это назвать, велосипедистов и водителей. Получается так, что те же самые водители иногда
тебя придавливают к бровке, так что надо выскакивать непонятно куда и как, вплоть до того, что бывают и травмы, и все остальное. Очень хорошо, что сейчас на проспекте Гагарина начали делать велодорожки, но, наверное, это не решает проблемы. Проблем чересчур много. Неплохо было бы, чтобы хотя бы какая-то сетка была велодорожек у нас в Харькове. Неплохо было бы, если бы в районе Харьковском была тоже какая-то сетка велодорожек. Делают там какую-то новую трассу на Старый Салтов. Она имеет довольно хорошие возможности для этой велодорожки. Есть и Симферопольская трасса, которая тоже... Сейчас она отделили где-то порядка иногда метра, иногда даже полтора метра. Линия сплошная, чтобы водители не заезжали, но они же на эту линию не обращают внимания. И неплохо было бы, чтобы именно вот эту сплошную линию на самой трассе заменили велодорожкой рядом. Потому что там довольно много сейчас я вижу ребят, которые катаются на коньках-роликах. И это, я не знаю, новое какое-то веяние, ну, вернее, для других стран, наверное, это не новое веяние. Но у нас вот начинают многие... на работу, на учебу, ехать именно на этих коньках-роликах. И та же самая велодорожка, наверное, неплохо было бы и для них. Ну що ж, у нас, на жаль, час закінчується. Я думаю, що ми багато про що почули і сказали і про проблеми, але давайте ми вас все ж таки привітаємо, закінчимо на позитивній ноті. Привітаємо із тим, що цей чемпіонат пройшов і ви зайняли гарні місця. Тож ми нагадуємо... Звісно було, що перші зайняли, але... Ні, у нас були перші. НТУ ХПІ зайняли перше місце, а НТУ ХПІ зайняло друге місце. Так що все є. Отже, ми нагадуємо нашим глядачам, що у нас у гості були Юрій Васильєв, головний суддя чемпіонату України з велотуризму, майстер спорту СРСР з велотуризму. Олександр Голубєв, срібний призер чемпіонату України і Кубку України з велотуризму. І Андрій Нечепоренко, срібний призер чемпіонату України і бронзовий призер Кубку України з велотуризму. Ну що ж, ми незабаром повернемося, так що не перемикайте.